хорошо два периода провели. Мы хорошо в большинстве играли в завершении именно. То есть очень, как сказать, очень ответственно, наверное, относились к завершению именно к последнему броску. Вот поэтому два периода очень хорошо сыграли, считаю. И впереди, и в защите. Сегодня было целых 7 заброшенных шайб. Как вы настраивались на такую прекрасную игру? Мы на все игры стараемся настраиваться. То, что 7 шайб благодаря работе, наверное, всего коллектива. Сегодня очень много было удалений. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, бывают такие игры, как, наверное, где-то противник не успевал, наверное, за нами, из-за этого удалялся. Сегодня вы показали, кто на самом деле хозяин на льду с первой минуты. Вот эта вот именно решающая шайба, первая, она задала вам такой ход игры? Ну, не могу сказать, просто на нас была задача хорошо начать, потому что все-таки играем дома, нужно, в принципе, показывать сразу, что ни у кого шансов здесь не должно быть. Вот, поэтому не могу сказать, что моя шайба как-то повлияла там сильно. Хорошо, что забили первыми. Все. Еще вот такой вопрос. Бары в третьем периоде атаковали вас, по крайней мере, пытались атаковать. Что им помешало вести всю игру в таком темпе? Тяжело сказать, мы, наверное, заметили третий период, нам пока не очень удаются. Наверное, тяжело сказать, с чем это связано. Будем это исправлять и, надеюсь, будем прибавлять именно в третий период. И еще такой вопрос. Следующая игра у вас с Челябинским трактором. Как вы относитесь к этой команде? Как вы будете готовиться? Так же, как и ко всем. Очень серьезная игра будет. Каждая игра серьезная. Каждый противник все равно, считай, на Уфу настраивается. Вот. Поэтому будем также готовиться, как ко всем играм до этого и как ко всем играм после трактора.